Не добавляйте сухарики в новогодний салат. Они царапают лицо. В переполненном автобусе малыш оживленно беседует со стоящей рядом монашкой. После выхода из автобуса мать ребенка спрашивает у монашки: «Надеюсь, он вам ничем не обидел?» Монашка говорит: «А нет, у вас превосходный малыш. Просто вы ему объясните, что я не пингвин, мне это не удалось». Марья Ивановна говорит: «А дети, приведите пример о вреде курения. А слушаем тебя, Вовочка». Вовочка говорит: «Вот мой прапрадедушка всю жизнь курил, и поэтому 100 свечей на торте он смог задуть только с 5-й попытки». Вовочка говорит отцу: «Тебя в школу вызывают». Отец говорит: «А в чем дело?» «Я там маленькую бомбочку взорвал». Отец говорит: «Ну если маленькую, зачем ходить?» Вовочка говорит: «Правильно, что там по развалинам ходить?» На привозе: «Молодой человек, положите, пожалуйста, семечку на место». Молодой человек говорит: «Я только попробовать. Если все тут будут ходить и пробовать, я останусь известным на всю Одессу. А мне некогда автографы раздавать, надо семечки продавать». Новый преподаватель устраивает группу: «Так, подарки для меня есть?» Все кричат: «Нет!» Один говорит: «Есть!» Преподаватель говорит: «Это я немножко иначе сформулировал вопрос. Отличники в группе есть?» «Вижу, что один есть». Разговор в курилке: «Да что там гаишники? Я вчера вечером с дачи ехал. Как ехал на 5-й передаче, так и не переключился. Они на меня даже не посмотрели, даже скорость не сбавил. Я бы и на 6-ю перешел, только у меня цепь соскакивает». Подписывайся, лайкай, комментируй.